Спикер бишкекского горкиниша Дженебек Абиров поздравил своих подписчиков в Фейсбуке с Днем города. Он снял видео, сидя в машине в момент езды. И картина как нельзя лучше описывает ситуацию с дорогами в городе. Машину трясет так, как будто она едет не по столичной улице, а по бездорожью. 6 мая в столице отключат горячую воду. Причина проста – ремонтные работы. Воду вернут 6 июня. Отметим, что даты отключения совпадают с месяцем урозу. И это вызвало недовольство горожан. В совхозе Джумгал на Рынской области классный руководитель 1 А-класса требует с родителей организовать застолье к празднику прощания с букварем. Об этом пожаловались читатели. Кроме того, родители должны зарезать барана и сдать по 800 сомов. И если они не сдадут деньги, то их ребенок не будет участвовать в последнем звонке. Минобразование пока молчит.